4 дні, 3 сцени, більше 20 артистів. Редакція дісталась до Чорноморську, де відкрився 16-й фестиваль «Джаз Коктебель». Щодня на головній сцені виступають українські та іноземні виконавці. Відкривав фестиваль харківський духовий гурт «Heartbeat Brass Band». С точки зрения развития событийного туризма, ну, наверное, надо, чтобы и сами город, и горожане, да, были, ну, как бы это приняли, да, они пока только присматриваются, но я всегда говорю, что иногда любовь вспыхивает, знаете, так вот мгновенно, а иногда людям надо чуть-чуть, и не людям, и ивентам, присмотреться друг к другу. 16-й год уже фестиваль, вот как вы в этом году определите понятие джаз? Это состояние души, это свобода. Крім загальної території на фестивалі, також існує зона дозвілля для програмістів, які слухають джаз. Як я, собственно, провожу вас свій досуг? Вы заходите, покупаете билет на регистрацию и попадаете на территорию. К вашим услугам два стейджа. Это две разные сцены с абсолютно разными темами технологических докладов. Одни более легкие, другие более сложные для инженеров. Также на территории фестиваля доступны канаты, выставка скульптур, стимпанка и «Звездных войн» и так далее. Вечерние кинопоказы, битва роботов. Сколько стоит вход вам? Порядка 2000 гривен. То есть сюда? Уже говорить, да. На сколько дней, на сколько? 2200, если не ошибаюсь, он стоил на 4 дня. То есть сейчас мы рассматриваем только билеты на 2 дня, суббота-воскресенье. Это будет порядка 1000-1500 гривен. У меня менеджер сегодня об этой теме со мной разговаривает, типа, есть какой-то интернет, Facebook, какой-то скандал, ребята написали, типа, я думаю, что если человек служит, а Ивандор, это, если сейчас смотреть, респект тебе, и человек, который ехал в Америку, делает свой английский альбом, брат добиться, ну, свои мечтать, и, ну, я просто думаю, что это люди, которые завидуют, и это просто, ну, вот. Если кто-то хочет сорвать его выступление, я вообще против срыва любых выступлений, в частности, Иван Дорн. Иван Дорн forever. Вартість квитка на один день фестивалю – 490 гривень. У суботу будьте готові заплатити 690 гривень. Квитки на останній день віддають за символічною ціною 180 гривень.